Здравствуйте, дорогие друзья! Всем большой-большой привет! У нас сегодня праздник, и мы едем отмечать день рождения Тёмки. Собрала Тёмке подарки, не удивляйтесь. На самом деле мы Тёмке денежку подарили, он собирается сейчас летом машину менять, поэтому это важный такой подарок. А это дополнительные, скажем так. Не удивляйтесь, потому что они странные для парня, которому 22 года исполняется. Но Тёма у нас теперь хозяюшка. Понимаете, у него теперь своя квартира, у него девочка. Он очень любит готовить, он очень любит всякие приборы для готовки, которые облегчают это все. Вот, поэтому уют создает там у себя в квартире. Поэтому я ему решила купить вот такой плед. Видите, он похож на наш турецкий. Я знаю, что Тёмке он понравился. Он точно такой же на ощупь. Ну, по материалу какой-то очень мягенький. Вот. Плед такой купила. Купила электрическую перечницу. Наушники мною разрекламированные, которые многие из вас уже купили. Но мне очень эти наушники нравятся. Прямо от души ему это купила. И погружной блендер Philips. Пусть готовит в удовольствие. Я вперед. Я же с Тафой только сзади езжу. С ней удобнее сзади ездить. Ну а мы сейчас едем в курортный район. В сторону Сестрорецкого курорта в аквоклуб «Вода». Ну что, друзья, мы сейчас с вами проехали по красивой дороге, по скоростному западному диаметру, который соединяет противоположные районы города. И теперь очень легко и быстро добираться из одной точки в другую благодаря этой дороге. Ну и сейчас мы приехали в Сестрорецк. Это курортный район города. Сзади нас там Сестрорецкий разлив озера, а мы сейчас подходим к Финскому заливу. Мы приехали в клуб «Вода», акваклуб. Мы хотим накупаться сегодня и там же поужинать. Он здесь рядом находится, этот акваклуб. Ребята наши подъедут немножко позже. С задержкой, скажем так, едут. Поэтому у нас с Игорем есть немножко свободного времени. И мы сейчас с вами подойдем к заливу. Видите, я все думала, куда нам поехать в Тёмкин день рождения отмечать. И придумала! Про курортный район нашего города у меня тоже есть несколько видео. Я снимала достаточно много, по-моему, и в Репино,
и на пляже Солнечном, и еще где-то. Все есть в плейлисте Санкт-Петербург. Если вам интересно, можете посмотреть. Здесь очень красиво. Здесь есть очень красивые места. Здесь есть много пансионатов и даже бальнеологические курорты, представляете? Где можно гулять по берегу Финского залива. У нас же тоже свое море есть, хоть и холодное. Какая гладкая вода сегодня, спокойная. Вот тут уже мокрый песок, вода отступила. Так, напротив нас находится остров Котлин, то бишь Кронштадт. Вот здесь дамба, по которой можно без проблем попасть в Кронштадт. Пока дамба была не построена, это была проблема, да. Кронштадт у нас такой был немножко сам по себе из-за этого. Ну и вот наша морюшка. Припарковался. Фирменное твое приветствие. Припарковался нормально. Какой? Справа, которая за деревьями. Да, но это особняк, это не дом. Да. Ну, здесь стоимость земли просто бешеная, поэтому мы на такие места даже и рот не разевали, как говорится. Сейчас потрогаю, какая вода-то по температуре. О, какой самолетик летит, смотрите. Так, не замочить бы ноги. А вы знаете, нормальная вода. Я думала, что она сейчас ледяная будет. Но правда здесь мелко, как вы видите. Вообще Финский залив у нас в этой части довольно мелкий. Но вода-то совсем не холодная. Детишки уже босиком по водичке бегают. Вполне уже можно. Странно. У нас такая совсем не жаркая погода стоит. Я думала, что вода будет сейчас очень холодная. Ну, так июня, тепла-то особо пока еще не было. А вода не ледяная. Иди по пояс. По пояс, чтобы зайти, надо до Котлина дойти. Да, здесь далеко довольно мелко. Хорошо, здесь так тихо. Только иногда чайки кричат. Ну что, пойдем в воду? Не будем сейчас ребят ждать. Там, в принципе, все, каждый сам по себе может прийти. Я уже все входные нам оплатила билеты. Поэтому они просто скажут, что у нас мероприятие, их пропустят. Будем все по очереди туда заходить. Дюны у нас тоже есть, как везде на Балтийском море. Итак, мы сейчас у воды. Видите, написано «СПА, бассейн, ресторан, отель». Это отель. Здесь можно переночевать и пользоваться всей инфраструктурой, соответственно. Там сауны, бассейн. Что там еще? Хамам, по-моему, есть. Мы здесь не были ни разу, честно скажу. Поэтому для нас это тоже первый раз. Все хотели съездить, почему-то все время откладывали. Пойдемте в воду. Да, я тоже не против была бы кофе. Ну, скорее всего, есть. Ох, почистить можно. О, как интересно. Заходим, и сразу виден бассейн. Здравствуйте. Так, все, нам выдали браслеты. Такие. Сейчас мы с Игорем решили попить кофе сначала. В сухой зоне, как называется. Есть зона бассейна и есть сухая зона. Вот мы сейчас выпьем кофейку. Ой, как красиво, то здесь и никогошеньки нет. Я очень надеюсь, что сегодня в бассейне будет мало людей, потому что сегодня все-таки суббота.
Ну, это суббота летом, как вы понимаете. Летом не все ходят по бассейнам. Вон видны эти столики ресторана. Симпатично как, да? А что у нас с Елизаветой Куйба? Я не знаю. У меня чизкейк, у Игоря брускетта. И работа, как обычно. Ну, смотрю, младшенькие подъехали. Так, нам надо бахилы надеть. По браслетикам проходим. Здесь, как обычно, кабинки. Это солярии. Шкафчики для хранения. Пойдем переодеваться. Переодеваемся. Так, халаты у нас включены. Наш абонемент, скажем так. Все здесь, как обычно, во всех аквапарках делается. Складываете вещи и закрываете ключом. Старшие еще не подъехали. Класс! Они нам сказали, что женская в этой стороне. Да, вон, смотри, женская. И через женскую раздевалку мы проходим с тобой прямо в бассейн. Пошли? Так, ну что, мы в бассейне. Тёма довольный. А, уже Игорь тут плавает. Бассейн, смотрите, здесь. Здесь ресторан. И с противоположной стороны ровно такое же отделение. То есть он достаточно большой. Здесь еще где-то есть какие-то джакузи. Вот. Ладно, мы пошли купаться и ждать старших. И кто тут такой довольный плывет? Что за крокодил? Ой, вода-то тепленькая, хорошая. Крокодил. С днем рождения тебя, солнышко. Так, Игорь там. Настя. Вода вот прямо, да. Вода кайфовая. Температура воды для купания, то, наверное, было бы в качестве примера проведена именно эта вода. Тёма говорит, что это идеальная температура воды для купания. Смотрите, ребята, там лежаки с джакузи есть. Это ещё. Значит, типа, как будет по-питовски и не холодно, не жарко, прохладно. Вода. Вот это вода классная, да? Вода как на реке Квай. Как на реке Квай? Точно. Да. Точно. По температуре как на реке Квай. Все, мы здесь отмокать можем до 11 часов вечера. Я аж запинаюсь. У нас на 6 вечера вот там столик, я уже даже вижу какой. Тёма! Тёма! А я вижу, какой у нас столик забронирован. Слышишь? Ты видишь, какой столик? Да. Угадай. Угадай. Угадай с трех раз. Выглядит немножко паевно, действительно. Шариками. Мы тебе шарики заказали. Прелесть. Ой, как же хорошо-то, ребята. Игорь говорит, что температура воды как на реке Квай. Я с ним согласна. Так, ну где старшие? Маша сегодня не смогла рано, у нее работа была. Ну, сейчас они должны уже подъехать. А ты моим этим белым слышишь? Так, это ты включил, Игорь? Я, да. Бурлилку. Ты этим белым сушишь феном, который я не ставил? Феном сушу, у меня лампа специальная. А, ультрафиолетовая. Да. Так интересно, здесь есть джакузи. Вот я стою, у меня прям тут такой массажер хорош. Его не видно, конечно, но прям там по ногам так хорошо, по спине. А, вон по Игорю видно. И вот в этих ванночках вон тоже джакузи, смотрите. Нашли? Ой! Пятки-то как щекотно! Там еще со дна струи воды так щекотно. Мне никак не сфотографироваться, Тёма. Иди сюда, говорю. Иди сюда. Гейзер такой, гейзер. Ух. А, классно. Тёма, залезай. Так, Игорь там забурлил. Там лежаки, да?
Лежаки, похоже. Да. Она для меня, кстати, маловато, она как будто низенькая. Залезай, Настя. Залезай. Она нормальная. Опа. Уверенно. Я подумала, Тёма, что с вашим графиком учебы это то, что надо. Да. Расслабон. Здесь, кстати, еще бани есть. Сауна, по-моему, есть. Хамам. Звучит круто. Буйкалки. Не зря тебя в бассейн притащили. Определенно. Сыночек. Маленький. Детеныш. Папаня. Папаня. Ты не работаешь? Не-не-не, давай. Настя, ты его на руках носишь. Да. Что ты сказал? Настоящего мужчину надо еще добиться. Скромный ты мой. И дом срубить, и сына посадить. Посадить печень. Посадить печень надо, ты что? О, и тут они наконец-то. Наконец-то доехали. Все, отбой. А то ждем, ждем. Ребята уже в сауну побежали. Пойдемте на ту сторону, еще сплаваем. Там вид красивый из окон. Вот ребята сюда пошли, тут хамам, сауна. А мы сюда с вами пока подплывем. Вот здесь есть зона, где 38 градусов температура воды. Вот там девочки сидят. Тут можно взять всякие вспомогательные средства для тех, кто плохо плавает. Так, пока здесь никого нет. Наверное, холодный душ. Сауна. Наши там сидят. Так, это тоже душ. Хамам. Турецкая парная. Сидят-то маленькие. А это, по-моему, ледогенератор, если я правильно понимаю. А вот здесь лаунж-зона. Видите, здесь можно полежать с красивым видом на лес. И такие вот джакузи еще. Кого я вижу? Сына, привет! Привет, ну хороший. Маш сейчас с той стороны появится. Ага. Ну что, вы на окунетесь сначала? Ну да, а что, мелкие тоже так, да? А они в сауну сейчас пошли. Вон, видишь наш столик? Отсюда его хорошо видно, да, шапками. Да, да, да. Идите, покупайтесь пока. Ну, Маша прибежала. Сёма. Слушай, чудик. Подарки не подарю, думаю, в бассейне. А подарки, наши подарки тебе в машине лежат. А ты на машине приехал? Нет. Ну, вот я тоже, а папа с мамой... Я вообще удивился, я подумал, они номер сняли. А мы молодцы, видишь, мы молодцы, мы приехали на своей машине. А я специально, мы... Поэтому мы будем себя хорошо сегодня мы вести. Вообще, это... Да, папочка. Придется хорошо себя вести. Не, вообще, есть же это, услуга водителя в Яндексе. Да, потом опять машину ехать забирать. Пойду-ка я на память сниму наш столик с этого ракурса. Сразу заметно, где Антоновы сидеть будут, да? Да. Булькаемся тут сидим. Как я люблю, когда все в сборе. Я могу. Все в сборе. Я решу проверить, так. Так, я смотрю, сюда лебеди приплыли. А мы идем есть. Говорит, ты видел, здесь две ванны есть с двух сторон, 38 градусов температура. Если тебе холодно, потому что надо лезть. Да, если ты замерз. У нас халатная вечеринка. Полной халатности халатов. Дресс-код. На вечеринку только в халатах. Тоже верно. Я слишком халатно к этому относился. Халатно относился. Это наше. Так, Тёма на торжественное красное место, наверное.
Или к шарикам его надо. Тёмочка! Чё ты? Добрый вечер! С днём рождения! Это высморжающе выглядит. Да! Вечеринка в халатах. Я вижу что-то за 4600, я уже хочу это. Да? Чем дороже, тем лучше. Тут есть бутылка шампанского за 15. Ну, что ж, вы временинник. Так, смотрим, что здесь есть. А, тут суши есть. О, роллы есть, смотри. А, ну-ка. Если роллы, если находимся в ресторане, почему-то все время первое, на что падает взгляд, это на роллы. Смотрите, мороженое собери сам. Мороженое Филадельфия. Я выберу два. Это невозможно выбрать. Мохито или пинаколада. Все вкусно. Тёма и шарики. А, да, помнишь, как... К чертикам были привязаны шарики. Это на мини-диско было. Он ходил по это. Года три тебе, наверное, было. Да. И к шортикам были сзади. Да, к шортикам шарики. Были шарики и привязаны. Такой, он взлетал на них. Будешь? Скоро там не будет. Нет, не хочу. Хорошую картошку фри. Не расстрою. У меня здесь... Ну-ка. Владик, прячь. Владик, прячь, убегай. Ух, о, ты еще в... Все, смотри, перчатка. Ты привез, да? Я в таких перчатках недавно эпоксидку делала. Скоро диджей тут вроде еще начнет работу свою. Красивые виды такие нам показывают. Сложно удержаться. Салатики. Настя, ешь, я чего такая. Ты сидишь, ты мне скажи. Нам сейчас принесут, не надо нас ждать. Ешьте! Ешьте, говорю! Ждут, потому что нам пока еще ничего не принесли. У меня запеченная Филадельфия и две суши острые с лососем. Красиво выглядит, да? Сейчас попробуем. Посуда, кстати, здесь вся пластиковая или деревянная, не бьющаяся. Ну, понятное дело, что мы у воды. Ну что, Тёмочка, с днем рождения тебе, дорогой! Ага. С днём рождения, маленький. С днём ага. рождения, солнце наше. Ага. Отсюда сложно. Пусть всё у тебя будет замечательно. Нормально. Да, диджей теперь очень громко. Сидят там, булькаются. Вы решили слегка свариться, Владик? Вы решили свариться? Здесь два лебедя местных, на которых можно фотографироваться, кататься. Девчонки хотели у нас поплавать на лебедях. Ты ж мой маленький лебеденок, ты мой. Лебеденочек. Давай, я тебя прокачу. Все, я поехал. Пригнал девочкам лебедя. Так, все, похоже, теперь там Владик будет. Девочки, это не для вас, это для него. Да, Владик? Не отдашь теперь никому?
Детский сад. Ты прекрасен, ребенок. Еще один идет. Второй занят, по-моему. Жди, когда освободится. На него залезть, наверное, неудобно. Тём, помогай Насте. Опа! Молодец, давай я подержу. Молодец, давай, давай, давай! Пар идет. Смотрите. О, как тут все стало. Silent Hill. О, Маша сейчас запрыгнет. Когда есть два лебедя. Да. Лебедушки. Ну где два мальчишки, там обязательно третий, как вы понимаете. Давай на скорость. Лебедушка ты мой. Давай, 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 давай. Стекло, стекло, Владик. Тёмушка, на этих лебедях девушки фотографируются. Мальчишки в сауну пошли. Я не очень люблю сауну. И хамам тоже. А я в джакузи. Прохладный пар пошел. Так забавно.
такая дымка сразу. Ой, как он холодный. Как в самолете из кондиционера. Вон там наши ребята в хамаме хамамятся. Опять у нас тут Silent Hill. Ох, как здесь красиво. Как красиво здесь, ребят. Девочки, представьте себе, что мы в Петергофе. У нас две статуи и фонтаны. Ребенок. Массажеры есть. Владик не мелочится. Так, давайте здесь посмотрим. Можно лежать и наслаждаться таким видом. Но здесь интереснее. Вот сейчас в хамаме нет никого, он выключен, похоже. Можно показать, что здесь есть. А я сейчас так хорошо постояла под этими массажными струями. Телефон уж убрала, потому что там все разбрызгивается. Ну так классно помассажировала спину. Ты же мопсом станешь, Владик. Ты же мопсом станешь. Еще один. Ужас какой. Выровнял лицо. Ты чего такой довольный стоишь с шариками? А? Ты чего такой довольный с шариками стоишь тут? Владик подарки принес. Насте тоже подарок. Ну я сразу видно. Я узнаю стиль. Это брашпен, по-моему, да, называется? А? Это брашпен из этой. Интерьер. Да? Лампа. У них всегда подарки по приколу друг другу. Нам дополнение тебе. Я даже удивлен, что ты внутрь коробки не достал. К машине. Спасибо. Она сейчас будет гореть, а потом пахнет. Да. Такой свет. Но он мог еще не говориться. Добился. Двоечку же съел. Со вкусом воска. Со вкусом воска. Кстати, я заказывала Наполеон. Очень вкусный. Ой. Наполеон. Что, я вижу его? Ну, а мы опять купаться. Сегодня уже до самого последнего будем здесь сидеть.
До 23 часов работает бассейн. Сколько у нас получится? Мы сюда пришли 4. С 4 до 11. Сёма как маленький играет. 2 годика, не 22, а 2. Ты прекрасен, сын мой. Хорошо тебе, барин. В тумане. Классно. Часто включают? Я думала, редко. Но вечером стали часто включать. Когда мы сюда пришли, даже не видели с самого начала. А вечером прям, я не знаю, наверное, раз в 20 минут, что ли, включают. О, призрачный Игорь плывет. А дети вообще потерялись в тумане. Кто здесь? Настя! Я так вовремя! О, вышел Тёма из тумана! Владик! Владик раздобыл водный пистолетик! Здесь все игрушки еще в доступе валяются! Один, да? Нечестно! Потому что я победил. Где ты его нашел? А? Где ты его нашел? Потом коробка с игрушками. Я тебе сказал, что 100% там должен быть пистолет. Точно, там коробка с игрушками. Ну, давай. Вообще-то как-то мало. Там такая чистая. Ну что, тебе написано? Тём, быстрее не попадай. Он такой прохладный идет, я говорю, у меня реальная ассоциация, знаете, как в самолете, когда кондиционер включают. О, как все. Люди, вы где? Ты кто? Человек. Человек-туман. Человек-туман. Выплыл ежик из тумана. Мне кажется, сейчас его даже больше как-то, или людей меньше, и кажется, что он просто стеной стоит. Тут просто, да, это... Прям стеной. Настя там с Владиком общается, и тут я просто из тумана сзади вылезаю, и мне вот так делаю. Именно так. Все скрываются в тумане. Забавный эффект они придумали. Он очень влажный воздух. Из тумана выплывает Владик. Маш, тут детский сад. Да. Здравствуй, сын. Да.
все это. Пошел мстить. Сходила, протерла камеру, а то она вся уже в воде. Там танец двух лебедей, я так понимаю, да? Танец маленьких лебедей. Мальчики, у вас танец маленьких лебедей? Кружится. Балет. Настоящий балет у нас тут. Да уж, когда эти двое встречаются, всегда начинается буйство игр. Сколько бы им лет ни было. Ну что, ребят, у нас 11 час вечера. Посмотрите на улицу, как днем. Я все думаю, для кого таких лебедей красивых покупают. Думаю, что для фотографий красивых в Инстаграм. Для красивых фотографий. Для красивых фотографий в Инстаграм. Оказывается, нет. Как на потолке красивые блики играют. У нас наконец-то выключили музыку от диджея. Стало нормально, хотя бы слышно все. Ты теперь черепаха. Все повесты для его, подожди. Нет, стоп. Маленький лебедёк. Папа, папа. Маленький лебедёнок 22 годиков. А вы про внуков говорите, ребят, ну чего, какие тут внуки, у них у самих еще детство играет. Устал зайчик, да? Устал. Конечно, устал. Настя в домике. Владик вспомнил, как я вас в детстве таскал. Хорошо, смотрите, мы почти одни в этой секции. Ну, есть, конечно, еще немножко людей. И там на противоположной стороне еще немножко есть. Но все равно так хорошо. Настя, ты одна за всех. Они все к тебе прицепились. Не, ну это детский сад просто. Так, они, по-моему, Игоря повезли под струю воды теперь тоже. Все уже там побывали. Пока хорошо, да. Сейчас будет так себе. Игорь там, похоже, с лебедушкой не собирается расставаться. Ой. Обнял такой, сидит на лебеде. Принц мой. Ты не собираешься с ним расставаться, да? Забирай домой. Ты мой хороший. Ты зачем его придушил? Так незаметно.
Я хочу сказать, что здесь очень здорово сделана звукоизоляция. Вот, видимо, вот это все черное. Это очень качественная звукоизоляция. Здесь совершенно нету гула, как часто в бассейнах бывает. Так, ну все, спасибо этому дому. А мы пойдем к другому. Замечательное время провели. Тём, не забудь шарики. Шарики забираем. Замечательно, все, пойдем все переодеваться. Здесь, по-моему, да, вот открылось. Мне кажется, я знаю, кто со мной в соседней раздевалке. Ну все, уходим. Шарики береги. Комфортно. Так, вот здесь давай вещи. Пойдемте. Так, пока мы выползли, уже почти 11:30. Сейчас на нашей машине всех развозить будем. Вот так вот у нас 11:30. Сейчас будет самое темное время. Часа на полтора, наверное, он будет. Ну, вот такое темное. Машенька, такая красоточка-то у нас. Ну что, забираешь, сын? Да. Да, тебе идет. Я хочу маленькую. Тёме тоже идет. Тём, я советую тебе так и ходить. Как? Шариками. Тебе подарки. Тёма, от нас тебе подарки. Пледик. Зимними вечерами укутываться. О, это вот это хлеб, да? Хлеб. Старая перечница с новыми батарейками. Таджикский чай туда. Да. Старая перечница. Новые наушники. О, это мне эти слушать. Подкастика. Понимаю, да. И блендер. Чтоб... Почистишь пельмени, сделаешь котлеты. Блин. Удобно. Зупи коктейль, да не зимнее чтение, это просто. Спасибо. Ты же у нас хозяюшка теперь. Я сейчас пакет порву, можешь помочь? Ну что, тебе понравилось? Маленький. А тебе понравилось, Игорь? Да, шикарно. Шикарно. Девчонкам понравилось, я знаю. Отлично. Отлично. Это было потрясающе. А тебе понравилось? Да. Да. И мне понравилось. Очень. Тёма, шарики назад лучше. Девчонки. Ага. А им главное шарики увезти. Утрамбовка всех в машину. Ну все, друзья, мы дома. Всем пока-пока. До встречи, увидимся.